когда в школу пришла точка роста, я этим сам заинтересовался. Я люблю исследовать новые технологии, все вот эти 3D-штуки, которые вы сегодня видели. И вот набрал команду из ребят. Кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то пробовал просто. У нас собрался костяк такой. И опять же началось все со скейт-парка. И родилась мечта именно из вот этих наших обсуждений, разговоров, что ребята хотят просто осовременить то место, где они живут. База отличная. У нас получается несколько квадрокоптеров, три таких, учебных, один полупрофессиональный, потом несколько ноутбуков, 3D принтер, там что-то с робототехникой есть, какие-то вещи, виртуальная реальность, то есть оснащение для школы. Ну, я детям всегда вот говорю своим, то что мне бы сейчас в ваш возраст вернуться, я бы из школы не вылазил, я бы прямо здесь, наверное, жил.